показывать больше порталов. С вами Король Порталов. Если я в этом видео буду икать, то не вините меня, пожалуйста, я икаю, да. А еще благодаря тому, что Миша на ночь оставил вот этих слаймов, которых спаунит наш миньон, и что-то там сделал, чтобы они могли сбегать, то вот у нас такое безумие. Так. 300 эмеральда. О, Миш! 300 железа. Миша, тебя сейчас скинут! Да, но ресурсы же не пропадают. Миш, возьми! Миш, пожалуйста, положи в сундук, я их подберу. Я скрафчу нам амулет. Миш, теперь у нас тут настоящий слайм рейнджер. Да-да-да-да. А почему у нас такая вещь под названием слайм бол лежит в сундуке с рудами? Это не руды, это драгоценные, ну, как бы полезные ресурсы, это нужные так, ресурсы. Так, я сейчас заберу изумруды, чтобы скрафтить крафт. Говядина нужна. Да, подбери. О, магнит. Ладно, как применить этот магнетик-талисман? Просто лежит у тебя в инвентаре. Всего? И занимает целый слот. Вообще безобразие полное. Так, пойдем в сарай. Где сарай? Как попасть? Портал в сарай. Ты летишь на ком-то сидя. Я это знаю. Ты же сказал, что ты в сарай не пойдешь. А я дальше пойду. Дальше сарая? Да, дальше сарая идет грибная пустыня. Ну, не такая уж имбовая вещь, но можно встать за кем-то, кто рыбачит, и собирать все у него. Полезная вещь. Ну, я не могу собирать свинину, ее кто-то другой подбирает. У меня всего 2 свинины за все время, что я вот тут сижу. Да. Ну, ее подбирают те люди, которые стоят дальше, чем я. У них, наверное, какой-то более прокачанный этот. Я не знаю, каким боком вообще они их подбирают. Ну да, 3 свинины. Я не сколько понимаю. Там нужно на этого, я забыл. На миньона 80. Это будет очень долго. Я не понимаю, он работает или не работает. А мы какао бобы собирали? Нет. Да ну, тут все передо мной тырят какао бобы. А тебе нужны какао бобы? Ну за них наверняка что-то полезное будет. Кстати, а как крафтится эффективность? Ты же ее себе хотел на кирку. Ну, ты был вырос, на... вырос, какао боб. Вырос. Yes! А, Миш, нам нужно 750 редстоуна, чтобы получить эффективность 1. Ну все, наконец-то у меня 5 уровня. 12 картошки не хватало. Представляешь? Ну все, я на грибном острове. Ты где? О, какао боб, нет. Я подобрал? Нет, я не подобрал. Какао бобы это прям жесть. А что тебе? Ну не знаю. А где эндерменов фармить, я не понимаю. Может быть, ответ нигде? Да, нужно самому сделать фармилку, действительно. Может, у кого-то можно купить эндерперлы? Так, может... а зачем нам грибы? Грибная броня. А сколько на нее? Не помню, много. Кстати, подходят все грибы. 250 крафтится просто из красных грибов. Я открыл грибного миньона. О, я могу покупать! Миш, мы можем купить грибочки. Ну, это сильно хорошая броня. Она ночью очень крутая. А так не знаю. Так, тут кто-нибудь продает эндерперлы, мне интересно. А это что за дырка? Библиотека? Ура, я нашел чаровальный столик. Ну, шарпнет. У меня теперь меч на шарпнес. О, я нашел, где морковку можно собирать. Я нашел какую-то гору. Мне дали задание вскарабкаться на самый верх. Прикольно. Так, и что же меня ждет на вершине горы? Ну вот даже я на вершине. Два игрока, вот один из которых. И что? И что вы мне дадите? А? Что вы мне дадите? Ничего. Даже таблички нету. Зато я отсюда вижу душу феи, которую я, по-моему, уже брал. У меня только так мало жизни потратилось.
Так, аккуратненько, в самый низ. Да, я нашел душу фей. О, тут есть рыбаловка. Ладно, я, пожалуй, пойду в шахты. Так, ну сейчас буду фармить на эффективность. Да в смысле мою свинину кто-то другой подбирает? Пришел человек, стоит за 3-9 земель и подбирает их. Может, есть какой-то более прокачанный талисман? Талисман воровства. Я видел, ага. я видел какой-то там в 5 раз увеличивает. Смол талисман баг. А, вот у меня тут какой-то мешочек появился. В талисман бэк надо класть талисман, и тогда они работать будут. Коллекшн левел ап, про парк чоп бам. Вот он ресепис, свиная отбивная, ёлп. Ну давай, сколько он стоит? Сколько у нас есть? 80 свинины нужно, скорее всего. Может, её где-то купить? У меня 42, 43, что? Может, ее где-то купить можно? Давай ищи. Ну где я ее искать буду? Я сейчас редстоун фармлю. Обложить меч по 8 свининами с каждой стороны. Нужен стак свинины. Стак свинины. Сколько в сундуке лежит? А че вот это за броня, которая мерцает, крутая? Какая? Скажи, она как переливается в фиолетовом, темном, синем это и белом. Это фейри. Очень круто выглядит. У нас 6 свинины в сундуке. Нужно еще 10. Еще 10. Стоп, а сколько у нас мест для миньонов? А можно увеличивать места для миньонов? У нас нету места. А можно увеличивать количество мест? Да, для этого нужно новых миньонов открывать. Нам нужно скрафтить деревянных миньонов и не ставить им. Мисс, если хочешь прямо сейчас получить этого свиного миньона, то кого-то из наших миньонов надо убрать. Полюбасу это будет кто-то с булыжником. Я одного до 3 уровня прокачал, так что убери того, у которого на шапке ничего не нарисовано. Вот. Окей. И как теперь этого свинарника сюда запихать? Так, сейчас я сделаю. А теперь нужна листва. Так значит, мы скоро сможем скрафтить портал, если узнаем все-таки, как эндерменов получить. А, меня кто-то убивает. Чё они выбрались? Миша, не выбирались. Миша, не выбираться стали. Это точно не я. Ладно, это я. Всё, теперь мы будем сильно фармить свинью. Да, работает серьезно. Очень далеко подбирают. Пигмент Сворд. 50 тысяч свинины. Из 24 зачарованных пожаренных свининки, которые крафтятся... из таких звездочек. В общем, безумие полное. Пара-пара-пумс. Мы можем начать крафтить слизевой лук. Ты хочешь? Угу. Давай, мне нужен слизевой лук. Пошли, может, на зону, где можно сражаться? Я в следующей локации для битв. О, я тут и. Привет, Андрей. Чё они такие жесткие тут все? Помоги, Миш, вынеси его. Кстати, у тебя теперь тоже 160 хп. Угу. Так, куда? Где тут перекидывают в следующий? Warp to the Blazing Fortress. Я пытаюсь забраться на самый верх. Я забрался не на самый, но наверх. А, вон, я вижу! И да, она, ну не на самом верху, но выше. А я упал в самый низ. Она где-то в середине вот этой огромной горы. Меня убили. Давай, пожалуйста, заберись туда. Да, как туда забраться? Андрей, иди сюда, я нашел подъем, кажется. Сейчас, я не знаю, где ты. Я тут. Я подбираюсь наверх. По крайней мере, пытаюсь. Андрей, тут реально лестница, просто идешь наверх. Да я не знаю, где, я нашел лестницу. Так, это надо еще больше. Тут ужас какой-то творится. Новая зона открыта. А ты знаешь, что мы тут можем добывать? Черепушки? Нет, полы мы можем добывать. Полы, понимаешь? Зачем?
чтобы получать кирпичи. Лол, окей. А еще тут есть светокамень. А еще кварц. И все это мы можем добывать. Ну окей, мы теперь его сможем притащить к себе на базу. Кому нужно сражаться, да, когда есть кварц? Есть дела поважнее. Да ну. Кстати, а получается, будут мобы, которые фармят это? Я не знаю, что тут делать без зелек на восстановление. По-моему, просто гореть. Ладно, Андрей, иди сюда. Сейчас. Давай закончим. Я забираюсь наверх. Ну, в общем, всем пока. С вами был я. Я нашел Блейзов. И меня они убили, и я потерял 154 монетки. Ну, в общем, всем пока. С вами был я и Миша Мол. Подписывайтесь. И 154 монетки. Да. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и, не знаю, наверное... До свидули. И, короче, нажимайте на колокольчик. Ого, тут есть у меня зомбики. До свидули. Ну ладно, всем пока.